Всем большой привет! Привет, моя маленькая! Привет! Поехали? Ага! Вперед! Вперед! Привет, моя большая девочка! Привет. Лето сегодня жарко, жарко! Солнце вышло прям! Сейчас я даже скажу, сколько показывает. 15 градусов! Вчера был повод, съездили мы в город, отдохнули и по делам были, как говорится, маленькие. Вот, поэтому поездка была хорошая, прекрасная. Удачная, так скажу. Ну, город городом, но дома так хорошо. Приезжаешь, ну, а дома прям не нарадуешься. Я пока защитной краской покрасил нашу будку, чтобы она высыхала. В это время мы поедем, свои дела сделаем. По хозяйственной части нужно закупиться помаленьку. Вот, поедем, быстренько съездим, приедем, и я вам, в принципе, все расскажу. Мы уже дома. Привет! Привет, привет. Сейчас я заберу контейнер. Сюда мусор. Машина едет, забирает. И... Здорово, здорово. Как дела? А? Нормально все? Пойдем посмотрим, что там. Купили. Купили корм Баряну, малышу. За малыша спрашивали, что за корм. Педигри для маленьких собак. Так он, по-моему, называется. Потом пачку покажу. Нормально. Сейчас он на сухой корм перешел. Вот, но раньше он сухой вообще не ел. Сейчас он прекрасно ест. Так, что у нас? Сейчас все по порядку. Это у нас фольгированная подложка. Два вида у нас газона. Кто догадался, тот красавчик. Ставьте лайкос. Это я забрал. Так, эти. Все, все там, все там. Фикс прайс тоже заезжали. Взял перчатки себе. Вот, когда саморез закручиваю, работаю, прям ушатываю их конкретно. Не то, что перчатки, а палец. Сейчас покажу. Малыш, пойдем. О, все, солнышко ушло. Так тепло пригрело. Я же отопление просто выключил, потому что жара такая конкретная. Так. Про перчатки. А, ну это я уже новый одел. Где мои? Не то, что они старые. Эти классные. Вот они все нормально, живые еще. Но когда кручу саморезы, соответственно, да, вот этим придерживаю большим пальцем, вот, то он, видите, стирается вообще в хлам. Еще перчатка еще нормальная, бодрая. Наши теплые полы. Вот они электрические. Так, сейчас что у нас будет? Давайте мы разберемся по нашей... Красавицы по будке. Ой, столько вопросов было, столько, не знаю, всего. Еще раз, друзья, пожалуйста, не мотайте, смотрите все. Я вот в каждом ролике объясняю, что отделочное покрытие будет у нас от АМК, как и наш первый дом, как и наша мастерская. Я буду клеить ее. У нас есть остатки, вот они у нас там есть в коробочках. Вот. Это, да, будет отделочная система у нас на нашем прекрасном третьем мини-доме. Вот, как и видите, я уходил. Специально защитной краской покрасил. Там даже не краска, это покрытие, по-моему. Ой, я еще брал ее. Защитно-декоративное покрытие для дерева. Темно-коричневый у него такой цвет. Но я цвет не выбирал, просто оно было. Я вот решил его покрыть. Покрыть, потому что здесь спросил насчет гибкой черепицы. Нет, нету. Ближайший это в городе. Сейчас буду прозвать, буду заезжать до тех, кто делает гибкие черепицы. Возможно, у кого-то остались остатки, и остатками я здесь все сделаю. На крайняк, вот, мы еще один слой покрасим защитный нашей краской от влаги. Тем более, будка у нас будет стоять под навесом. И дождемся того времени, когда придет к нам гибкая черепица, мы уже завершим полностью отделку. Здесь я тоже это все покрасил, потому что сырость, влага, возможно, какая-то. Объясняю еще раз, если не будет... под навесом стоять со временем, конечно, чтобы защитить наши плиты УСБ, покрасили здесь также под обеденную зону. Кто-то сказал, неудобно, друзья, все удобно, не знаю, доставать, пожалуйста, эти вот легко я достать их, помыть, вообще проблем никаких в этом нету. Здесь мы тоже все покрасили, все отлично, все здорово. Так, заехали, мы взяли газон, наверное, кто-то догадался. Два вида газона, один из них пойдет у нас внутрь будки. Вот под теплые полы. Один у нас пойдет вот сюда, на улицу. Это будет шикардосно на самом деле.
Вот у нас здесь будет зеленая травка, имитация. Мы вот эту зону всю выделим, наверное, вот эту стенку. Вот, а там у нас уже будет наш кирпичик. И в будке. В будке что я планирую? Мы взяли фольгированную подложку теплую, 3-миллиметровую. Сейчас мы ее положим на пол наш, вот сюда, на ОСБ. Потом я что планирую? Сверху, я думаю, положить еще один лист ОСБ. Вот, не хочу я ложить линолеум, не знаю. Вот прям душа не лежит на него, и все. Мы его сделаем, много дырок в нем, чтобы она у нас была как перфорированная. Вот, подложка, чтобы пропускала тепло, соответственно. Ну, небольшие дырки, к примеру, там возьмем диаметр, не знаю, посмотрим. И сверху мы уже сделаем еще одно вот такое покрытие. Ну, вот, либо этот. Тепло в любом случае будет проходить сквозь ОСБ, плиту. Вот, и у нас вот такое будет покрытие, как и внутри, так и снаружи. По-моему, будет выглядеть классно, когда еще будет завершающая, конечно же, часть вот, всего нашего ремонта. Да, придется нам немного повозиться, нам еще нужно будет здесь крепить уголки, чтобы малыш вот это все не позгрыз, не разодрал. А так, в принципе, у нас все готово. Потолок мы утеплили, как вы видели. Я не знаю почему, может, я не сказал в прошлом ролике, просто все начали писать, а как же потолок, ты же его не утеплил. Друзья, конечно же, я собирался утеплять потолок, обязательно. Возможно, я акцент на этом не сделал, но я не собирался вот так все бросить и потолок оставить чисто с фанерой. Вот в этом плане, нет, здесь мы все утеплили, все хорошо, все четенько у нас получилось. Не знаю, как отсюда видно. Нет, как вы видите, мы еще и все подшили, все запенили, все швы, все уголочки, все у нас там четочка, все у нас по красоте. Вот все вот так вот. Теперь что у нас? Теперь дополнительно, когда мы будем крепить крышу, а еще был вопрос, как ты будешь это все выносить. Ну, это вы скоро увидите, как это все будет выносить. Соответственно, отдельно у нас эта часть, отдельно крыша выносится. Когда будем монтировать крышу с нашей конструкцией, мы еще дополнительно клей, пену везде кинем. Вот ее сделаем, вообще прям четочка все у нас будет. И на саморезы мы это все еще скрепим. Скрепим уже, когда будку нашу уже полностью установим. Вот. И в принципе малыш уже может там заниматься своими делами. Вот. Нам останется сделать наружную отделку наших стен. Ну и, соответственно, там какие-то определенные маленькие доработки. Так, как с кровли, я уже сказал. Вот, просто не знаю, когда она будет. Ну да ладно, пока с кровли, я же говорю, можно чуток повременить. Тем более, будка будет стоять под навесом. А все отделочные работы, вот такие маленькие, которые у нас осталось, там покраска, углы, декор какой-то прочий, газончик, вот эти все дела мы сейчас займемся. Вот, установим мы сейчас наши теплые полы. Все это замонтируем, кинем наш газончик. Ну и все, будем выносить будку, крепить нашу крышу, освобождать место, потому что нас ждет наша рабочая зона, наши столярные столы. Вот, я уже забросил это все, неудобно работать вот так снизу, и тут будка заняла вообще полмастерской. Поэтому я думаю, это интересный проект, он должен у нас получиться здорово, вот как и все, что мы делаем, поэтому... Мы погнали дальше. Всем вопросам, которые у нас поступают, очень много. В конце мы обо всем поговорим, на все я отвечу. Поэтому будет интересно на самом деле. Вот, все покажу, все расскажу. Так что все, вперед.
Обалдеешь? Иди сюда. А? Нравится? Нравится? А? Вообще четко, классно получился. Наш теплый пол, наше напольное покрытие вообще просто супер. Малыш обожает. Он сразу зашел сюда. Ему этот зуб безумно нравится. Я не знаю, насколько этого покрытия хватит, но он тут кайфует вообще. А? Смотрите на это лицо довольно. А? Чего? Все получилось. В общем, я взял лист ОСБ, сверху кинул. Сначала думал ДВП. ДВП вот такое все корявое. Думаю, от сырости или влажности его вообще куда-нибудь поведет. Вот, а лист ОСБ нормально. Вот, сделал в нем много дырок, как вы видели, сверлом, чтобы воздух у нас теплый лучше проходил наверх. И вот так получилось у нас почти на 70% будки у нас теплые полы. Вот, сюда я их все аккуратненько вывел. Это у нас на датчик температурный провод и наши провода на подключение на терморегулятор. Соответственно, нужно будет тоже здесь сделать в виде штробы, либо что он творит. Вот. Ты че? Чтоб песель этого ничего не видел, не дай бог не погрыз. Вот. В этом плане. И поднимем повыше. Сюда где-нибудь терморегулятор выведем. Вот, чтобы регулировать нам весь этот процесс. Ну и, соответственно, от него уже питание там. Ну, питание стандартно будет розетка, к примеру. Подсоединили питание. Вот, оно же не постоянно будет подключено, потому что будка может в разных местах у нас стоять. В общем, с питанием мы определимся в плане безопасности. В этом плане ничего не переживайте. Самое главное, что у нас провода внутри будки нигде не видно. Они оставили все внутри под ОСБ. Все я заизолировал, все закрыл. Кайфуешь, да? Мне тоже понравился. Понравился газончик. Вот. Его будет продолжение обязательно. Вот здесь на нашей террасе. Ой, вообще освоился. Я уверен теперь. Я, честно, тоже переживал, будет ли он в этой будке находиться. А сейчас я как вот этот газончик закинул. Он просто здесь кайфует. Вот. Но газончик мы кинем чуть позже, потому что нам нужно будет сделать отделку нашего домика, вот, чтобы в клею это все не испачкать. Когда мы это все сделаем, завершим, уже снимем защитную пленочку, тогда мы уже сделаем здесь наш газончик. Да? Да? Да, малыша собака? Да? Классно! Классно! Ты так никогда в будку не заходил, а? Относительно монтажа теплых электрических полов все просто, ничего, никаких проблем нет. Инструкция есть, там разберется каждый. Абсолютно. Надо степлера, наверное, побольше прихватить, чтобы он не отодрал этого, да? А так, в принципе, у нас все. Здесь все дела у нас завершены. Останется нам вынести нашу будку. Потому что она не маленькая. Сегодня крышу вот даже взял. Вот посмотрите, внутри крыши как у нас утеплена. Все четко. Все мы тоже обшили. У нас тут пятерочка. Все, все теперь будет. Четочка. Да, да, да. Ты будешь четкий пацан. Вот, когда мы еще доделаемся. Да? Классный у тебя пол теперь, а? Классный, классный пол, да? Классный, теплый пол. Ему покрытие нравится. Будку обслуживать, я уже говорил, у нас есть три петли. Вот здесь она находится. Раз, два, три. Вот, в этом плане. А чтобы она никуда у нас не открылась, при ветре у нас здесь есть два самореза утопленных. Я их прикрутил. В принципе, что там обслужить эту будку? Выкрутили саморезы, подняли ее, опрокинули. Собака! Фу, так что сейчас мы... Я же говорю, мелочевки, подгонки очень много. Вот в этом плане. Так, конечно, можно было залепить, как кто-то писал там. Раз-два там с ящика сбил и нормально. Но глядя на результат, теперь уже совсем думаешь по-другому, что нет. Малыш должен в капитальном доме жить. А, в плане задувать.
Да, обязательно. Сюда мы повесим не клеенка, я не помню, как она правильно называется. В общем, толстая, да, шторка. Сюда мы ее на полосы порежем. Вот как в холодных комнатах, в магазинах вешают такие шторки, соответственно, да, чтобы холод оттуда не уходил. Вот, и можно было проходить. Также мы сюда повесим, чтобы не задувало. Вот. Ну, а спать он будет вот там справа. Там как раз стенка, теплый пол, вошни. Вот, ну, я говорю при сильных морозах. А так, по-моему, вообще капитан. И ты что-то сегодня вообще прям? Че ты? Довольный? Довольный, а? Красавело, ничего. Сейчас мы доделаем давно и уже будет капитально. Еще терраса у нас будет с газончиком. Вот. И, наверное, обеденную зону мы тоже газоном выделим. Шкрипет. Я чувствую, хана будет газон. Ты чё грызёшь? Это не за грызь, это твой пол. Ты чё? А? Зачем там делаешь? Ладно, насколько хватит, настолько хватит. Если понравится, мы ему ещё потом сделаем. Возьмём какой-нибудь попрочнее. Вот посмотрим, как пойдёт. А чё ты делаешь? Давай власть уже. Знаешь, в таком доме я теперь буду жить. А? Подпишись, скажи, подпишись. Подпишитесь. Да? Вы же не откажете малышу. Все, погнали. Можно вашу ручку? Можно поцелуй? Чего, завтракать будем? Мы не только будем завтракать, мы будем обедать, ужинать, кушать шашлык, наливать прекрасное вино и отдыхать. И не работать. Да, к сожалению, это был только сон. Не, ну мы обязательно позавтракаем, наши дорогие. Ой, вкусняшка. Стесняшка. Кушай, кушай. Ммм, как вкусно, да? Ой, ну ничего, ничего страшного. Это у нас происходит 5-6 раз в день. Не, друзья, в этом плане хорошо то, что чехлы, кстати, съемные, их очень быстро и легко постирать. А расскажем про наш замечательный стул, а конкретнее про стул нашей принцессы, да, Бубусики. Это растущий стул павлин, друзья, от мебельной фабрики Кузя. Он классно вписался в наш интерьер. Не огорчайтесь, потому что у ребят есть также и другие расцветки. Это зеленый, красный. Можете зайти, в принципе, посмотреть под ваш интерьер. Ну, в принципе, можете даже малышу показать, к примеру. Там, может, ему понравится зеленый, либо красный стульчик. Он скажет, мам, ну, хочу красный. Вот. И запросто заказать. И краска здесь абсолютно безопасна. Это водоэмульсионка, используется при производстве. Я вам скажу, она очень качественная. Данному стулу, друзья, уже второй год. Вот как вы можете заметить, он выглядит абсолютно как новый. Хотим вас, друзья, обязательно. Запас. Сейчас на рынке вышло очень много подделок, копий, вот, которые непонятно из чего сделаны, нету соответствующих документов. Данный стул имеет все ГОСТы, все требования, поэтому он безопасный, он функциональный, и он нам безумно нравится, не только нам, как родителям, да, но и самим детям. Этот стул уже пошел во второе поколение, как говорится, от старших к младшим, потому что изначально на этом стуле занимался наш сыночек Артем. Далее вот он великодушно передал эти все права нашей маленькой бубусике, прекрасной принцессе, да? На данную мебельную фабрику я уже говорил, я уже хвалил этих ребят, они капитальные красавчики. Во-первых, это производство у нас в России. Во-вторых, я уже сказал, классная покраска, вся подгонка, шурупчики, все четненько, нету никакого люфта, ничего. Под каждый болтик сделали пластиковую прокладочку, наклеечка, все есть, стул абсолютно вообще не портится. Врезание болтов в само дерево. Вот, по истечению определенного времени, если уже ваши дети вырастут, я уверен, этот стул еще вам прослужит долго и долго. Кстати, его можно в качестве применять как лестницу, потому что он имеет два уровня, к примеру, как на нашу высокую кухню. Вот, как вы видите, мой вес составляет 78 килограмм, я могу даже еще попрыгать, и он абсолютно выдержит человека, я уверен, и большим весом. Вот, в этом плане. Идеальное соотношение цена и качество, потому что цена начинается от 3990 рублей. По моему мнению, это лучший стул, который сейчас имеется на рынке. Безопасный, классный. Здесь еще какой маленький плюс, вы сами понимаете, это стул растущий, да, называется, не зря, потому что сюда уже можно сажать маленьких ваших бубусиков, когда они уже научились сидеть. Вот, уже хорошо они держат головку, соответственно, спинка у них уже крепенькая. Ну, не такая сказать, да?
когда мешки уже можно таскать. Но сформировано, да? Вот. То сюда запросто сажать. Не бойтесь. Здесь еще дополнительно можно взять стул с адаптером. Вставляется вот такой аккуратный борт. И можно еще пристегнуть ребенка. Тем самым он никуда уже у вас не денется. Потому что, вы сами знаете, маленькие дети, они такие вот как... Не валяшки. Не валяшка-то встает, а эти наоборот. Не валяшка с этим, знаете, медвежата. Знаете, бах, упал или там как котенок. И все, не встает. Поэтому в этом плане, в плане безопасности абсолютно можно быть спокойным. Качество здесь, честно, вообще не разочаруйтесь. Да и уже у кого есть данный стул, обязательно напишите, как он вам. Вот. Я думаю, что за 2 года этот стул, который уже у нас прошел неплохо, немало, он прошел практически все. Он прошел весь ремонт, где он только не был. Огонь, в воду. И на самом деле прекрасно, прекрасно себя чувствую. Как вы видите, стул имеет широкую ровную спинку с ортопедическим уклоном. Тем самым ортопеды советуют данный стул, чтобы формировалась правильная осанка. Все здесь регулируется очень легко и просто. Есть таблица специальная. Вы, кстати, регулируете саму сидушку. И у нас вторая подставка для ног. В отличие от обычных кресел кормящих, у нас их 2. Помимо этого, да, но мы ими не пользуемся. Последнее, что мы купили перед вот этим замечательным стулом, жалко, что мы раньше с ним не познакомились. Они либо ниже вашего обеденного стола получается, да, соответственно. Либо выше. Либо выше. Вот прошлый он был выше, и получается столик для кормления нам приходилось стул вот так приподнимать, туда подножки подставлять, но это тоже чревато, если ребенок сильно качнется, может назад упасть. Здесь все плотно стоит, ребенок никуда не денется. Если вам понравился растущий стул павлин от мебельной фабрики Кузя, то, пожалуйста, ссылочку мы вот там внизу оставим. Не благодарите, приобретайте, пользуйтесь, да, и будет вам счастье на самом деле. Ну, а мы сейчас плотненько завтракаем, крепимся и вперед нас ждут, как говорится, большие великие дела. Сегодня много работы, будет жарко, интересно, как и всегда. Вам тоже приятного аппетита, да, ешьте, пейте, оставайтесь с нами, да, с нами, как всегда, интересно. We'll be right back.
принесли мы наш дом. Вот, было много вопросов, как я это буду делать. Вот, но не скажу, что это все прям так легко удалось. Но справились, есть результат. И это здорово. Вот. Главное, что у нас все получилось. Так, сейчас, конечно же, поясню, что он прям вот как сейчас здесь стоит, он стоять не будет. Он будет первое время стоять чуть дальше. Почему я его поставил именно вот так? Да, все обычно, чтобы еще завершить определенные работы, которые предстоит с ним делать. Самая главная отделка, отделка нашего дома, как и нашего вот этого прекрасного дома, этим же материалом. Вот, и потом я планирую его, сейчас скажу, вот так как он стоит, вот так его назад подвинуть. Вот здесь мы вырежем, нам все равно эту стенку убирать. Вырежем под него, чтобы туда она немного ушла. Соответственно, она там, ну, будет свисать сантиметров так 30, в этом страшного ничего нету. Вот. Для чего? Чтобы у нас дверь могла открываться. И она будет у нас культурно под навесом пока стоять. Вот, красивенькая такая. Так, что мы сделали? Мы смонтировали нашу крышу, вот, посадили все это на клей пену. Все это схватилось намертво. Саморезами мы это все по кругу закрепили. Поэтому проблем никаких в этом плане вообще нет. Вот, все отлично, все здорово. Что дополнительно делали? Прошлись мы грунт-концентратом. Есть такой грунт-концентрат, оптимист называется. Вот, для наружных и внутренних работ. Я его не разбавлял, тут даже на инструкции написано для наружных работ, для влагоизоляции не разбавлять. Вот как есть он, кисточкой я его нанес. И вообще этот концентрат классный. Я вот его советую. По цене выходит также, если брать, к примеру, грунтовку, ну, готовую уже, к примеру, да, 5-литровую там, вот, или, либо 10-литровую, да, там по цене одно и то же. Но он намного лучше, когда его разбавляешь. Вот, к примеру, там работаете 1 к 10, ну, там смотря с какими работами это связано. 1 к 10, по-моему, это мы используем на стены перед поклейкой обоев, а определенные там перед штукатуркой, там, соответственно, соотношение другое, там, к примеру, 1 к 7, может, 1 к 5, ну, все зависит от материала стен, какой. Вот, а так обалденный концентрат. У меня его немало. Сейчас он стоит, по-моему, 540. Последняя цена его была. Я его еще брал по 320. У меня еще бутылок 10, наверное, есть. Поэтому я с выгодой его купил. И я им полностью все прошелся. Листы ОСБ, потому что на них нужно будет монтировать наш материал и наносить плиточный клей. Кстати, многие спрашивали, а можно ли на ОСБ. ОСБ, разницы нету. Кто как называет, кому как удобно. Клеить этот материал. Да, вообще у производителя в рекомендациях есть, что можно, вот заодно мы тоже проверим. Но для этого у нас же будет наносить, мы будем перед этим плиточный клей, там, соответственно, у нас вода, влага. И чтобы наши листы ОСБ там не покорежило, возможно, не повспучило, отслоения какого-то не было. Вот этим концентратом, грунтом прошли, все, влага. Это как гидромаленькая такая пленка, изоляция будет, которую влагу будет, не будет вообще пропускать. Вот, в этом плане. Поэтому стены наши защищены. Сейчас он высыхает потихоньку. Заодно мы сразу и сверху крышу прошлись. Вон, не знаю, оставался. Я уже прошелся, лишним не будет. Сзади все, все четко мы прошлись. Да, и, кстати, хорошая новость. Кровлю. Кровлю мы нашли. Гибкую черепицу. А в Валберес нормальная, кстати, цена. Как и везде на рынке продают за квадрат. Взял 3 квадрата. Ну, там в пачке 3 квадрата. Попробуем, если честно, у меня глаз горел на эту гибкую черепицу, возможно, на дом мы ее тоже как-нибудь так применим. Так, у нас уже все готово. Так, по теплому полу, что я думал. Я его пока спрятал вот сюда, вот так, вон они провода и под будкой, чтобы малыш их тут сейчас не растрепал. Кабель-канал мы какой-нибудь кинем, вот, но такой, чтобы он был надежный, возможно, металлический, чтобы малыш его не смог прогрызть, либо конкретный жесткий какой-нибудь пластик. Мы сюда его пустим, подымем, и наш терморегулятор мы сделаем в какой-нибудь коробочке, вот, типа распределительного щитка, чтобы малыш тоже туда не смог добраться, потому что высота, как видите, небольшая, и он его запросто может сгрызть. Вот, тем более, если он будет подключен в сильные морозы, вот, соответственно, да, понимаете, что, ну, это электричество, это опасно. Сейчас наш грунт высыхает, нам нужно будет сделать углы сюда, армирующие, вот, чтобы у нас потом не было трещин, понимаете, что листы ОСБ не играют в любом случае, вот, и будут играть, потому что, тем более, эта конструкция у нас деревянная, и... Вот, и тогда мы уже, ты что там рылся, тепло у нас конкретно, тепло сегодня будет плюс 16, завтра обещают плюс 20, представь, плюс 20, это вообще что за погода, кайф, он вообще этот газон обожает, я дополнительно еще скобами
пробил его, нет, я там теплый пол не повредил. Скоба у меня определенной длины, не превышающей толщину нашего листовой СБ, поэтому в этом плане не переживайте. Да. И датчик температурный, я тоже знаю, где он находится, чтобы в него не попасть, тоже все. Ну, получше поприхватал, поэтому думаю, что газону хана будет. Да? Да? Вот, а так в плане света, окна, я не знаю, мне кажется, здесь вообще достаточно света. Вот даже сейчас, смотрите, вот, все есть, шторку повесим, все сделаем. Конечно, это еще не законченный вариант, здесь много чего нужно будет доделать. Да, малыша, собака, а? Иди, гали-гали, давай, берем. А? Кто любит газон? Кто любит газон? А? Кто любит газон? А? Кто любит газон? А, кто газон любит? Ну что, нормально у тебя дом? Ну все. За тебя уже все спокойно. Все у тебя нормально, да? Останется кондиционер поставить на лето, да? И все будет вообще прям чики-пуки. Да, малышов с собой? Кайфуй там от этого газона, да? Кайфуешь? Он уже начал грызть доску. Поэтому я не знаю, насколько это всего хватит. И как мне это все усиливать. Здесь я, возможно, металлическим еще как-то усилю. Вот, к примеру, если верха он начнет вот эту декоративную арку грызть, то ей будет хана. Вот, да? Хана будет. Пойдем. Идешь? Пошли. Уходи, да уже все. Так, что у нас дальше? Дальше там рабочий беспорядок, сумасшедший просто в мастерской. Будка заняла очень много времени. Я не думал, что она столько займет. Я же говорю, у меня здесь мастерская. В мастерской сейчас прохладнее, чем на улице, потому что на улице теплынь такая стоит. Вот, я тут поработал, как вы видите, тут кошмар, кошмар, что здесь творится. Сейчас мы, наверное, наведем порядок, потому что здесь вообще хаос. Хаос, это вообще... Это что-то с чем-то, ё-моё. О, сейчас мы глазку бахнем. О. И нужно нам потихонечку делать наше рабочее место, столярный стул. Вот, еще раз подумать, как что будет располагаться. Я вот, честно, прислушиваюсь к вашим моментам, к вашим отзывам. И прям вот... Остров, я вот прям вижу, что должен быть остров посередине. Вот, один столярный стол, либо, возможно, он пойдет от той рабочей зоны, вот сюда, раз, вот так. И один сварочный. Сварочный будет на колесах, он будет передвигаться. Вот, но их нужно сделать по одной высоте, к примеру, как и сварочный, так и столярный. Вообще у меня все столы будут на одной плоскости. Это очень здорово, на одном уровне. Работать будет намного проще. Вот любой материал, даже если нужно будет его там вдоль или поперек положить, мы запросто это сделаем. И нам ничего мешать не будет, ни во что он не будет упираться. Поэтому для начала, чтобы хоть чуть-чуть как-то надо начать нам работать, мы наведем порядок. Наведем порядок, а уже дальше посмотрим, куда будем двигаться. Соответственно, наш груд-концентрат пока высыхает. Вот. Мы будем работать здесь, как высохнет, пойдем уголки выставим и уже, в принципе, будем делать отделку нашего домика. Вот. А потом уже, ну, финиш вы увидите, я не знаю, не через, наверное, ну, неделю, потому что, сами знаете, самый важный критерий, чтобы вот эти кирпичики высохли. Чтобы они высохли, вот тот клей приклеил кирпичики, тогда уже мы снимем защитную пленочку, вы увидите. Газончик перед домом, красная ленточка. Возможно, еще какой-то мы декор добавим. Уже шторка, наверное, будет на окно. Мы тоже ее найдем. В общем, все увидите, все узнаете. Все, мы погнали дальше.
still need ya. You gotta save me now. I'm slipping so far down. It's only you I trust to set me free from this. I don't know how I got into this awful spot. I don't know where it ends, so I can use your helping hand tonight. Helping hand tonight. Пригрело солнце. Пойдем. Пойдем посмотрим, что там. А ветер соберем. Вообще распогодилась. Шикарная погода. Теплень стоит. Класс. Класс. Это лето опять к нам приходит. Здесь небольшой порядок навели. Металлопрофиль наш к стенке убрали, потому что с края тоже дождь попадает. Вот. И там пакет одели с края, чтобы он этот не ржавел. Да? У тебя подушка мощная, да? Все, пригрело, а? Осень, нормально. Вот так все мы защитили, добили уже культурно порядок. Коврик наш мы сюда закинули, на ОСБ мы его чуть закрутили, и уже можно отсюда вытирать и уже будет почище. Фу, надо срочно делать систему очистки. Вообще при работе, в мастерской, вентиляцию, все, все как надо, очистку воздуха, прочее, прочее. Потому что это что-то с чем-то, это пыль, постоянно здесь вот так убирать, это вообще хана. Мы немного прибрались, уже, конечно, попросторнее стало. Здесь у нас, как всегда, вроде прибрались, а опять бардак, места нет. Ну ничего, ничего, скоро будет у всех свое место. У отверток, у струбцин, у пассатиш, у кусачек и прочего-прочего. У шуруповертов. Вот вообще мне неудобно, если честно, да? Сейчас бы у меня место было, где мои станции для зарядки стояли бы. Вот уже подсоединил бы электропроводку, туда бы я подвел бы. Ну вот аккумуляторы бы у меня уже там четко заряжались. То они сейчас здесь, то они там. И неудобно, неудобно, потому что у меня не только шуруповерты, у меня и воздуходувка, наш опрыскиватель, вот я применяю, чтобы не было такой сильной пыли, сбрызгиваю им, тоже удобно. Наш компрессор тоже, я же говорю, надо все это определить, потому что сейчас я же говорю, эти полки, эти места, это не для этого инструмента, это у нас еще другое предназначение. Но пока вот так вот, ну более-менее пока есть, вот. Ну, в дальнейшем, конечно, нужно все это грамотно распределить, чтобы у каждого было свое место. Тем более, саморезов столько, это кошмар. Там. Когда не работаешь, у тебя, в принципе, их нету. Когда начинаешь работать, у тебя их столько получается. Я не знаю, там баночек, наверное, 20, если собрать разных саморезов, то это еще не предел тому, сколько это нужно. Ну и, конечно же, организацию сделаем обязательно. Все будет у нас четко, все будет хорошо, но пока вот так. Нормально, место освободил, потому что сейчас нужно будет мне делать мою рабочую зону. О, вот это да! Поэтому здесь мы, конечно же, вот, нужно будет потрудиться. Потрудиться, как говорится, немного попотеть. Но ничего, результат, как говорится, будет. И это конечно, здорово. Да? Ты в будке будешь спать? Да? А завтра 20-ка будет, малыш, завтра вообще будет. Я надеюсь, он в будке будет это спать, вот это будет вообще обидно на самом деле. Но, как многие писали, сделали все четко, шикарно. Вот, а собака не спит в будке. И закрывали, и еду давали, и что только не делали там. Выходит там, либо на листьях, на земле где-то спит, но не в будке, на земле. Ну, не знаю, может инстинкт какой-то, может еще чего-то. Честно, поначалу кажется, раз-два, быстренько все сделать, а оно вон как затягивает. А затягивает оно добро. Еще, конечно, до ума очень многое, что нужно давать, очень много. Но не нужно бросать, нужно довести и будку доделать. Четко, чтобы уже все было сделано в мастерской. В мастерскую хотя бы жили в рабочее место, зону выделить, чтобы уже инструмент мне нет-нет разложить. Вот, чтобы такого бардака не было. Фух. Да. Дела. Так. Че? Пойдем? Пробака.
собака. Барабака, собака. Шуму домику. Ну, оно уже подсыхает, подсыхает, все хорошо, все. Все у нас тут будет. Я, может, туда и водички поставил, если что. Фух. Такие дела. Так, что там у нас делает? Как дела? Ай, бабуська, ай. Как дела? Привет! Привет! Как дела? Там Лерка у нас, да? Да. Красиво? Такая красивая-красивая, да? Бассейна. Что, готовить будем? Ага. Что будем, обед готовить, да? Ага. Как в садике говорят, мальчики, обед? Туда пойдем? Сейчас пойдем. Так, сейчас пойду, я переоденусь. Продолжим. Хочешь? Всем пока скажем? Все? Всех люблю? А полюбишь? Поэтому подведем маленькие итоги. Я уже говорил за гибкую черепицу. Мы ее нашли на Валберес. Вообще это круто. Да, мам. Сейчас включу. Валберес круто выручает. На самом деле, еще раз говорю, это будет рынок номер один, где можно будет приобрести просто от мухи до слона. Это здорово, это классно вообще. И плавненько мы перейдем в мастерскую, потому что, друзья, пока еще вот такая погода шикарная. Это просто чудо-чудное. Вот так плюс 20. Это супер. Мы будем заниматься максимально на улице. Максимально, что мы можем сделать. Потому что я знаю, если дадут морозы, а морозы могут быть. Если кто-то говорит, а у вас что, морозы есть, друзья? Бывает вот такое, что есть. Раз и морозы, и ветерок. И ах, я вам скажу. Вот. А уже потом плавно, как дадут морозики, вот, мы уже здесь начнемся потихоньку продолжать ремонт, да, пупсик? Ну, спать хочет. Все, пойдем по байке, да? Поэтому, друзья, мы еще с вами бы от души поболтали, поэтому надеюсь, что вам было интересно сегодня. Если было интересно, обязательно поставьте лайкос и подпишитесь. Я вас очень, мы вас все просим подписаться. Давайте наберем 100 тысяч, да? Подарим 100 тысяч себе, да? Да, 100 тысяч подарите, это прекрасно. И лайк, лайк поставьте. Лайк, лайк, лайк. И у нас будет 100 тысяч. Лайк, лайк, лайк. 100 тысяч самых капитальных красавчиков. Кто красавчик, все верно, вы капитальные красавчики, красавицы, вы наши. Вот от всей души громадное вам спасибо, вам счастья, мира, любви, здоровья крепкого, кому не здоровится, поскорейшего выздоровления. Вот сладких вам снов, обнимашек, вот такое иметь. Чудо-чудное, там второе чудо-чудное наше. Вот, дети, это классно, это супер, это здорово, да. Будем спать, да. Всем спокойной ночи, мы надолго не прощаемся, да? Скоро мы с вами обязательно. Все, пошли спать. Все, всем пока. Счастливо, всем пока. Берегите себя. Пока-пока-пока. Всех люблю. Люблю, скажи. Люблю. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes. Your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. No, I've said so many things that hurtful. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that hurtful.